Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRosetInfo. Перед нами Xiaomi 11T Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить выравниватель горизонта в камере. Для этого мы в правом верхнем углу нажимаем на три палочки и видим пункт «Сетка». Нам нужно нажать справа снизу от сетки на вот эту вот такую малюсенькую стрелочку. После этого у нас здесь есть горизонт. У нас появляется вот такая вот палочка, которую всегда нужно держать идеально вот так вот по линии сетки. И, что важно, она всегда должна быть, то есть всегда должна светиться. Если мы поднимем телефон и поставим его как-то неровно, сетка становится белой. Точнее, эта палочка становится белой, значит, что мы держим горизонт неправильно. То есть она помогает нам делать ровные фотографии. Больше видео о данном девайсе можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и всего доброго. До свидания!